В очередной пятой серии сериала «Пекарь и красавица» вы узнаете о том, как главный герой возвращается из Лондона. Андрей четко понимает, что необходимо серьезно поговорить с Сашей с целью выяснения статуса их взаимоотношений. Так больше продолжаться не может, ведь он хочет ясности, тем более, что чувство к девушке растет с каждым днем. Молодой человек приглашает даму сердца на романтическое свидание, атмосфера прекрасная, кажется, у них все будет отлично. Теперь очередь за главным, но он никак не решается начать разговор, и время идет. Неожиданно Саша напрашивается в гости, и это обескураживает Андрея, ведь его личные планы были совсем иными. Он затрудняется с ответом, но понимает, что не в состоянии отказать любимой девушке. Тем временем Оксана предпринимает попытки узнать, с кем встречается Андрей. Она прибегает к помощи близких подружек.